Приветствую вас на канале Asmodee Play. Продолжаем играть в Call of Duty. Итак, нас уже без патронов отпускали на вольные хлеба. Мол, добывай себе все сам. Так, нажмите, чтобы начать задание. А, мы же продолжаем. Да-да-да. Это задание, я уж не помню, только началось. Ладно. Давайте, ребята, штурмуем небеса. Мы штурмуем небеса. Значит, дьявол точно русский. Вот так. Сейчас наверху, да, окажется. Тихо, тихо, тихо. Давай, покажись, падла. Заходим. Так, а мне штурм? А не может так оказаться, что мы штурмуем? Как он? Рейстар? Как правильно называется это? Так, ты тоже стреляешь? Или что, или поменять? Да нет. Вау, точно где-то. Тихо, 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 тихо. Так, я правильно иду. Не надо мне тут путать. О-о-о-о. Ничего, вы шустрые, ребятки. Ага. Вон оно что, Михалыч, вон оно что. Да подождите вы. Так, товарищ. Блин, ладно. Давай еще разок. Так. Получилось.
Наверное, сюда. Потом сюда. По фашистам с ППШ. Вы. Я вас чуть не пригрох. Ну, и как обстановка? Ни хрена себе. И будут бежать по ходу дела. Так. Кто здесь? Никого. А что здесь есть? Ничего. Ну посмотрите, зато как в готике прямо таки. Как в готике. Также большие места и нету ни хрена. Ну это тем интересней. Так. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Огонь погас! Ой. Все. Успокоили. Так. Да где он, блин? Ты что там, в тылу врага, что ли, или что? Так, надо разобраться, кто где. Так, вроде неплохо, да? Отстрелялся. Бежим по этой траншее. Так. Давай-давай-давай-давай-давай, по окопам, по окопам. Да где ты? Где вы, где вы? Ай-яй-яй-яй-яй. Так, передохнуть.
Да передохнуть, а не передохнут. Ставьте правильное ударение. А, это мои. Это мои. Ну что? Так. Боюсь, чуть по своим огонь не открыл. Я добрался до вас. Конечно, сюда. Ну да уйди ты, падла. Все воины гражданские, потому что, понятно, мы это читали. Идем дальше. Поздравляем с новым званием младшего сержанта Алексея Ивановича. Еще один снайпер мне не помешает. Какой снайпер? Ты же видел, с автоматом не пришел. Канализационная система Сталинграда. Блин, все-таки поменяли, да, мне? Ну ладно, хоть патронами снабдили. Нет никакой нужда, этот глупый кровавый бойня между нашей нацией. Германский народ не есть ваш враг. Да сейчас, ага. Мы хорошо обращаться с вами. Пошел ты и нахер. И получать много хорошей одежды. Пусть не горячая еда. Ранени будем лечить. Германская армия ваш друг. Два раза, да. Друг. Вон он. Хер полицай. Дружим как. Так. Да иди ты нахрен, ты ничего себе, тварина-то какая. Все? Кто вас стрелять учил, сучары? А, это мои. Так. Чего бы это не может? Ваши командиры, которые стреляют вас, если вы попадать в плен или отступать. Германский армия не ваш враг. Сдавайтесь. Уважать вас и жалеть. А что, скажи, сопики вытирать. И жалеть. Еще и подыхать отказывается, суки. Какие живучие. Вау. Вот так. По мне хреначат. Опа.
Ладно. В чем подвох? Ну ни хрена себе. Так, так, так. На ходу стреляешь, какой красавчик. Так. Блин, аптечки-то никакой нету. Жаль, 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 конечно. Так, ты меня в говно, да, спускаешь? Точно говорю, Medal of Honor. Первая часть на Sony PlayStation. Уровень то ли 2, то ли 3 там. И такой же. Доблестный солдат Красной Армии. Вы не боятся сдавать. Германская армия иметь хорошую дисциплину. Вас уважать и жалеть. Если не хотите жить, не сопротивляйтесь. Бросайте ваше оружие и ходите в ближайший германский патруль с вашей руки за голова. Это значит вы сдаваться. Вы получать горячие еда, водка, лекарства. Когда водка. Война капут, вы возвращаетесь в ваш семья. Ты думаешь, дело в водке? Эх ты, лошарик. Плохо же вас командование ваше готовило. Так, а как мне туда попасть? Как? Так, подожди. Ну ладно. По порядку, давайте пойдем по порядку, посмотрим. Туда вот можно попасть, мне походу дело туда и надо будет. Выбегайте. Можно узнать, кто с кем воюет? Так, понятно. Это наш. Ты будешь в атаке охеревать, нет? Не хочешь. Что у тебя есть? У тебя что, вся надежда на меня, что ли? Что, его прибил? Прикройте меня! Не понял. А ты что туда развернулся? Или ты не знаешь, откуда враги будут наступать? Ты будешь открывать дверь или что? Тварь тупая.
Давай. Падла, не могу залезть. Ну что ты расстрелялся? Та-та-та-та-та-та-та-та. Следующий. По фашистам с ППШ. Храбрые советские солдаты. Третий рейх не имеет зло на простой советский комрад. Это ваш Сталин хотел воевать для вас. Зачем вы верить ему? Он есть плохой для вас. Зачем умирать за такой человек? Какие вы идиоты. А это наш. Спокойно, я же не хотел бы его. Падла. Нет, даже если дружественно. У меня это ничего не решает. Так. Вперед! Куда вперед, он не залазит. Ну не залазит он. Огонь по готовности. Во. С этой стороны кое-как залез. Давай. Зонтерсолдатен. Ну что ж, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Ну и давайте посмотрим, что будет дальше.